Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами майнером Pre-Mining Crypto, где нам абсолютно без вложений дают зарабатывать криптомонеты. Зарабатываю здесь я в долларах, как бы. Ну, а вывод... Уже выбираем, какая криптовалюта нужна. И выводим уже в криптовалюте. Ну, здесь вот статистика. Сайт, не, честно скажу, сайт тормознутый. Но он меня зацепил. Здесь нет минималки на вывод. Сейчас все покажу, если получится адекватно. Значит, ну, статистика здесь такого ничего. Опускаемся ниже. Здесь вот криптомонеты. И здесь идет, как бы показывают вывод. Уже в криптомонетах. Вот, что люди выводят. И в лайткоинах, где будто Solana, 3X. Вот. Ну, регистрация здесь на и простейшая. Кликаете на логин. Поставляете электронную почту. Ну и пароль вроде. Не помню даже. Так, email. Адрес от FaucetPay. Но имел адрес. Разгадываю капчу. Логин. Вот. Я вошла. Слава Богу. Вот, смотрите. Платит инстантом. Это я вчера не стала выводить уже. Сейчас у меня уже 200 вот этих монет. Вообще 100 раз в минуту. Значит, я их сразу выведу, чтобы вам показать, что минималки здесь нет. Вот сюда вкладочка вывод. Монеты я не скопировала. Вот, вот такое количество в минуту нам дают. Потому я и говорю, что он без минималки. Надо было сумму скопировать, а я не скопировала. Сейчас на домашнюю страничку. Сумму я копирую. Вот так, да? Копирую. Иду на вывод. Сюда прописываем сумму. А здесь выбираете, в какой криптовалюте вы хотите вводить. 3X, Dogecoin есть, Digboot, Solana, Litecoin. Все. Ну, я в 3X. Это кликаю вывод. Все. Монеты улетели. Вот такое количество монет у меня в 3X. Окей. Идем на FaucetPay. Free Mining Crypto. И вот мои монеты. 24 октября. Сразу инстантом на, значит, FaucetPay. Ну а теперь давайте пройдемся по сайту, друзья. Попадайте сразу сюда на страничку. Это домашняя страничка. Здесь транзакции. Увы, вот я вам показала. Здесь находится реферальная ссылочка. Вот сюда кликаете. Ок. Так. Где она, реферальная ссылка? Ой. Вот я дурная голова. Прошу прощения. Ссылка находится на домашней страничке. Вот она. Вот она, ваша реферальная ссылочка. Значит, теперь суть заработка. После того, когда вы зашли на страничку, нужно кликать майнинг план. Сразу самый первый будет абсолютно без вложения. Он у меня активирован уже. Я не могу вам здесь показать, как бы, да. Это мои сборы. Моя история идет здесь. То, что я вот собирала. Далее, вот этот, здесь он будет майнить вот этот баланс.
чтобы он перешел на баланс для вывода, его нужно собрать. Кликаете, разгадываем капчу, клейм. Все, монетки мои перешли, вот эти вот монеты, они перешли на баланс вывода. Так, далее пошел таймер раз в минуту. Будет у меня вот здесь 3.02, будет 3.01. Я вам сейчас покажу. Значит, опять я иду на вывод. Подождем вот эту минутку. Так, ладно, опять я не скопировала. Точка 00302. 3 же нуля. Я выбираю. Опять я 3х выберу. Вывод. Все. Вот такое количество у меня улетело на FaucetPay. Идем на FaucetPay. Перезагружаю. При майнинг крипту 3х. И вот они, мои монетки, прибыли 24 октября. Опять возвращаюсь. Минута прошла. Вот тут осталось 13 секунд. И у меня уже есть минималка на вывод. Сразу скопирую ее. Копирую. Ну вот, 2, 1. Все. Кликаю. И то, что пошел вот этот таймер, нам начислений не будет. Нужно именно вот их собрать. Клейм. Все. Я собрала. И вот это количество, вот оно перешло сюда. И сейчас пойдет, начнется опять идти таймер. Минута. Опять вывод. Нитки я скопировала. Так, здесь опять я выберу 3х. Ну, давайте доги выберем для разнообразия. Вот такое количество доги коин должно прийти. Кликаю вывод. Все. Вот такое количество доги коин, пожалуйста, пришло. Так, идем на перезагружаю. При майнинг крипту Dogecoin видим. И вот они, мои монеты, пришли 24 октября. Возвращаюсь опять на домашнюю страничку. Видим, да, минималки нету. Вот. Уже 100 монет как бы этих опять есть. Копируем. Нужно подождать минуту, так как не дадут собрать. Вот. А может, дадут. Давайте попробуем. Потому что минута еще не прошла. Клейм. Собрала. Окей. О, у меня уже, смотрите, вот такое количество. И вот пошел, таймер опять пошел. Идем на вывод. Вставляю сумму, выбираю. Давайте Solana выберем. Значит, выбрала я Solana, Sol. Кликаю вывод. Все. Вот такое количество Solana мне пришло на FaucetPay. Идем опять на кошелек. Опять я перезагружаю. И Free Mining Crypto Solana. И вот они, мои монетки, пришли 24 октября. Вот такой вот майнер. Ну, согласитесь, неплохо. Вот. На домашнюю страничку. Вот. И опять я собираю
то можно так бесконечно собираться. Но если я как бы не соберу, таймер остановится, то мне как бы ничего не будет. Не будут майниться. Вот. Согласитесь, неплохо. Копирую вывод. Вставляю сумму. Что выбрать? Давайте 5 Dogecoin'ов выберем. Вывод. Вот. Такое количество Dogecoin'ов улетело на Faucet Pay. Ну, согласитесь, я перезагружаю. При майнинг крипту Dogecoin, пожалуйста, монетки кошельке 24 октября. Абсолютно без вложений, очень даже неплохо. Кому интересно, работайте, но неинтересно, друзья, пройдите мимо. Копейка рук бережет. Ну и ссылочка не забывайте, кто хочет поделиться, она на домашней страничке сразу здесь. Вот. Вот 3 минуты назад, 2, 57 секунд назад. Вот как-то так. На этом все. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч.